Всем привет! Сегодня у нас снова охота на гуся, и попробуем ее опять удешевить еще меньше. Так, будем использовать два чучела и один вот этот вот манок. Лонг, длинный, долгий. Ну, дальний. Хрен его знает, как его правильно перевести, ладно. Итак, ждем наших замечательных гусей. Ну и так, в процессе охоты на гуся, если получится, надеюсь, что получится, мое предположение, и покажу вам еще кое-что интересное. Так что, где наша птица? Где наша птица? Даже не слышно. Так, где-то у нас... Где-то у нас гусь курлыкает. А вот он. Нет, ноль эмоций. Абсолютно ноль эмоций, ладно. Ждем следующих. Итак, еще косячок. Ага, вот. 4 гуся. Что-то слабовато тоже. Нет, тоже ноль. Вот сильно часто кричу, то пойди гусю пофигу. Должно быть ему пофигу. Ну да ладно, ждем дальше. Так, у нас тут кто-то опять отозвался. Или нет? О, вот. Да-да-да. Садятся. Есть уточка. Отлично. Так, и заработали мы ее. Ну, где-то через 10-12 минут. Так, ждем дальше. Значит, вот такие вот, ну, как я понял,
Большие стаи, им на две уточки. Пофигу. Вот такие вот отбившиеся парочка, как раз была. Как раз они на это и клюнули. Так, где-то вдалеке. Кря-кря. Вот опять косячок идет. Большой им фиолетово. Где-то еще. А, вот. Тоже большой косяк. О, так они... Да. Я знаю, почему они там садятся. Потому что там у меня стоит 4 чучела. Так, работу мы одного манка доказали. Ну, посмотрите, там у меня стоит 4 чучела. Там вот. А вот здесь вот посадились уточки. Вот они. А там что у нас? Вот и... Ох, 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 здесь. Да, здесь их много. Значит, один манок работает. Один манок работает. Это хорошо. Ладно, пусть здесь сидят. Мы попробуем приманить к нашим двум. К нашим двум вот этим. Так, где-то еще косячок, 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 где ты? Только не садитесь там опять, а? А, вот он. Да.
Куда-то они полетели, куда неизвестно. Да. Так, ладно. Ждем следующих. Все-таки, надеюсь, что нам повезет. Итак, убрал я тех чучелов. Вернее, занес их в лес. Оказывается, можно их в лесу даже поставить. Чтобы они нам не мешали. Попробуем все-таки заманить. И одну особенность уже заметил. Я тут запись пропускаю. Как раз в этот момент здесь идет дождь. И вот во время дождя вообще гусей вообще полностью не видно. Ни даже никак. Не кричат нигде, ничего. Просто их нет. Значит, если идет дождь, охотиться смысла нету. Угу. Вот они идут. Будем надеяться, что среагируют. Ну... Трудно. Нифига не понял. А там отделились, да? Точно отделились. Мне интересно, там чучела стоят в лесу. Почему они сюда садятся? Здесь кукуруз, может еще зависит от поля. Здесь кукурузное поле. Блин, жесть, а. Села. У меня чучела стоят. Ну, вон там, под вышкой. О, поднялась. Пошла. Ну. Бред, они вон все посадились. Наверное, скорее всего, поле тоже играет роль. Я так думаю. Вот, летят еще. Ну что, эти среагируют на сидячих? Mm-mm.
Эти просто прошли и все мимо. Значит, вернее, поле тоже играет большую роль, получается. Все-таки кукуруза предпочтительнее для гуся. Вон там сидят их целая куча. Так они вообще черти где сели. Интересно, интересно. Ладно. Так, ребят, ладно, будем заканчивать. Ну, скажу так, в целом эксперимент удался. Один манок работает. Два чучела. Ну, не знаю. Ага, вот поднялись. Эти поднялись. Что сидели? Ладно. Два чучела. Ну, вроде бы как работают. Вот две уточки на нас согрелась, можно сказать. Одну мы подстрелили. Так что, ну, я думаю, все-таки эксперимент у нас удался. Если минимум... В игре можно купить 500 ем. 175 ем стоит манок. Остается у нас 300. Можно купить 3 чучела. И спокойно охотиться. Я думаю, получится ставить, попробовать поставить. Ставить, ну, именно на кукурузных полях. Чучела и все. У нас должно получиться. В следующем видео, наверное, мы попробуем поставить чисто на кукурузном поле два чучела. И поохотимся опять с одним манком. И тут у нас самец аж на 8 килограмм. Ну, отлично. Дистанция 47-48 метров почти. Сфоткаемся мы с этой добычей. Так... Иди сюда. Красавец. Ну так. Ну, он еще косячок. Тихо-тихо полетел. Так, ну, на этом все, ребята. Спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока.